наших мам. На нашем пляже я суперзвезда. Ты сделала тату. И две, а не одну. Марина плюс Сережа навсегда. Включила автопилот. Вернусь домой вот-вот. Вот только бы свой номер отыскать. Сергей перепели перепелки. Прошла весна, прошло лето. Остался чмошником по жизни, все. Конец, точка, запятая. Восклицательный знак. Столько народ там. Всегда. Все, чайку сейчас за это. О, слушай, готовить не умеет. Ну такие детские, а? Селфи в инстаграм. How we do it? Полюбил я бабу с бородою. Полюбил я бабу с бородою. Вы женщина? Ну, ради бога. Почему ты такая дерзкая? Так что же говорить тихо все? У тебя борода. Ну, вы же про бороду что-то говорили. Да хватит, я вам сейчас скажу. Есть такая пословица: борода бородой, борода есть у козла, раввином не сделает. Смысл поняли? Я не скажу, да. Смысл поняли? Да. Да, я. Хорошо, какой смысл этого высказывания? Нет. Максон сказал тебе привет. Смысл таков. Была борода у козла, стала быть борода. Борода служит для связи с космосом. Из космоса передается, Шерри, передается связь, а борода принимает ее. Меня зовут Мохаммедович. Скажите, почему Лулу, Лулу, не нравлюсь я ему, Лулу, Лулу. Лулу, Лулу. Здорово. Здорово. Скажите, почему Лулу, Лулу, не нравлюсь я ему? Лулу, Лулу. Как дела? Супер! Скажите, почему Лулу, Лулу, не нравлюсь я ему? Лулу, Лулу. А где очки твои? В смысле? Какие очки? Ты в очках был так недавно. Не. Не был. Скажите, почему Лулу, Лулу, не нравлюсь я ему? Лулу, Лулу. Всем привет. Привет. Слушай, ты... Скажите, почему Лулу, Лулу, не нравлюсь я ему, Лулу, Лулу. Здорово. И все равно не знаю, подключился. Скажите, почему Лулу, Лулу, не нравлюсь я ему, Лулу, Лулу. Тебя тоже не видно. Да. Ну скажите, почему? Мало здесь адекватных людей. Ну потяну. Вот, кого-то услышала, кто там? Скажите, почему? Почему? Нет, почему? Нет. Видео и чате я сидеть люблю. Нет. Люблю. Люблю. Кто-то два, Сергей. Как-то, знаешь,
это иногда так поднимает настроение. Вот именно послушаешь вот таких людей. И потом на целый день или на полдня настроение. Супер! Отлично, Олег. Супер. Саша, все разные люди. Скажите, почему? По утрам я бегать люблю. Люблю, люблю. Чувак, что, даже отмазки не знаешь? Чё? Хуйба, чё? Ты уверен? Нет. Ты понимаешь? Чё ты говоришь? Что ты берешь? Мы не по-русски говорим, мы по-китайски еще не научились разговаривать. Вы порите чушь. Или вот это. Хуйня понятно. Вы все здесь порите чушь. Я веселюсь просто. У меня жизнь такая веселюха, а я дерзкая. Жизнь веселая, да? Ха-ха, лайк, ла-ла-лайк, лайк, ла-ла-лайк, лайк, ла-ла-лайк. В обычный будний день уроки делать лень, и я погружаюсь в интернет. Блин, ты что, типа рэпер, что ли? Давай мне еще что-нибудь рэп сочини. Да. Не получишь пельмеши. А если ты получишь пельмеши, я дам тебе пизды. Чувак, ну скажи что-нибудь, ты как вообще нас веселишь? Слышь, а это... Слушай, дерзкая, может тебе... вопрос это задать. И, короче, из стекол. У тебя волосы какие? У тебя волосы каким цветом? Черные. Желтый. Нет, скажи просто каким цветом. Черные. Это прикол какой? Ну, белый. А на голове? Черные. Я тебе это пойму. О, сзади чувак, который прикалывался над ним. Смотри, смотри. Чё? Рот стоит. Ныее. Хулиган, здорово. Здорово. Хулиган с района. Ты что забыл тут? Да вы как-то некомфортно общаться, даже твоего лица нет. А чё такая? Почему некомфортно? У меня камера, короче. Чё, комфорта нет? Камера наебнулась. Это отмазка у тебя. А чё комфорта нет? Я тебе скажу. А ты за свои слова отвечаешь? Отвечаю. Я за всё отвечаю, вот ты тоже за всё ответишь. Отвечаю. Да? Ну давай отвечу. Почему нет комфорта? Давай, какие вопросы ко мне? Комфорт есть или нет? Ну всё, ебал твой замас. Самый лучший. Чё? Вот перед того девушкой, как тебе не стрёмно так говорить? Ты сам сказал, мне комфорта нет. Дядь, скажи. Хочешь, чувак, покажу. Мой любимый. Я сказал вам по секрету. И никого нет. Вот, чувак, мой любимый фокус. Ладно, я тебя больше не буду трогать, так уж и быть. Ты хороший мальчик. А ты че? Эй, че скажешь? А ты тогда делаешь? Как вы меня? Сергей! Уйду от вас! Как Сергей, вы меня достали? Куда ты от нас идёшь? Как вы меня заебали? Ночь от нырех, очень блядь. Я вас найду. Откуда? Я вас порежу. Я вас порешаю всех.
Вы даже не желуди. Вы грецкие орехи. Балаболы. Я услышал. Я тебе порешаю. Блин, сука, ты заебал. Дай мне хотя бы слово сказать. Терминатор ебаный, блядь. Восстание, пидрил. Завали рот свой. Девушки, ты откуда? Я женщин не понимаю. Я на улице всю жизнь живу. С малолетки я гуляю. Да, малама! Да хуй тебя захуй, не страшно. Меня нашли под забором. Лайк. Девушка. Какого горка? Дай человеку, Сергей, дай человеку, можно даже сказать. Ты здесь не один общаешься со всеми-то, ёбать, в рот. Ты что, рот заткнуть, я тебе заткну. Больше вообще...